передачу о вашем отце, а в 17 совещание с производственным отделом. Это мы подтвердим после адвоката. Машина выехала, будет у вас к 10. Кстати, когда вернется мой постоянный водитель? Через 5 дней. Еще 5 дней. Алло. Алло, Аня, вы позавтракали? Я завтрак делаю. Молодцы. Тотя, что вы делаете? Что за шум у вас там? Ничего, пап, все хорошо. Получай. Все, целую, мои родные. Дети, хватит. Алло. Это главный ипотечный банк. Вы в курсе, что у вас просрочка 3 месяца? Да, я знаю. Послушайте, я... Предупреждаю, дело передают в кризисный отдел. У вас 2 недели на погашение задолженности. Или мы отберем квартиру. Черт, не пойму. Сговорились все, что ли? Вот то, что вы просили. Хотите, я сам сообщу родным? Нет, спасибо, доктор. Я думаю, мне хватит сил. Спасибо. Екатерина Михайловна, здрасте, то есть доброе что утро. Что с твоей машиной? Я все объясню. Это все несчастный случай, так что я... Вы что, с ума сошли? Эта машина стоит 250 тысяч долларов. Я повез ее на гон... И в меня... Идиот. Пожалуйста, поверьте, моей вины вообще нету. Я сейчас все объясню. Сразу, со всей скоростью, въехал в меня и убежал. Ночью я номера не разглядел. А страховая вообще слушать не хочет. Они думают, что я сам врезался в столб. Но поверьте, я верну, я отработаю. Помоги нам, Бог. Значит так. Сейчас я зайду внутрь, выйду через 30 минут. К этому моменту будь готов объяснить, когда и как ты выплатишь 250 тысяч долларов. Стоимость моего автомобиля. И проверь машину, бензином несет. Кать, эта машина тебе к лицу. Давай, выворачивай. Давай, давай. Во! Прошу прощения. Что за запах? Бензин. А, я думал, у твоей сестры новые духи. Слушай, ты третье лицо. Я не позволю тебе сегодня продолжать. Не обижайся. Неудачная шутка. Прости. Я прошу внимания. Текст завещания, я думаю, вы прочтете потом сами. Я его хорошо знаю, так как именно я и составлял последнюю версию за месяц до кончины вашего отца. Ваш отец решил, что компания достанется той из его дочерей, которая первая создаст полноценную семью из 5 человек. Что? Состояние получит та, у которой будет 3 детей и муж. Алло. Алло. Да, дедуль, привет. Привет, Баладжан. Как твои дела? Да так, потихонечку, дед. Не буду долго тебя отвлекать. У меня плохие анализы. В общем, я хочу увидеть своих правнуков и тебя тоже. Какие анализы? Не твое дело. Делай так, как я тебя прошу. Послушай, я не могу. У меня... Ты не слушаешь меня. Ты меня совершенно не любишь. Анализы плохие. Так что вези. У тебя 2 дня. Пока. Что это значит? Так, ладно. Я тебе все объясню.
И, кстати, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, усыновлять можно из детского дома? А, нет, нет. Видишь, нет. Это должны быть дети только из... Понятно. Пойдем, пойдем. Куда? Куда мы идем? Отрабатывать завещание. Кать! Спасибо большое, до свидания. Почему? Как он мог, дядя Витя? Я же все сделала. Компанию подняла. За ним ухаживала. Машку эту дуру вырастила. Кать, твой отец был мудрый человек. Может, он все правильно сделал? Правильно сделал? Да. Но ведь это же я все заработала. 6 лет. 6 лет без выходных. Без праздников, без личной жизни. Теперь все это достанется какому-то придурку. Даже не Машке. В чем мудрость, дядя Витя? Может, когда-то мы ее и поймем. Но плакать уже поздно, Кать. Надо что-то делать. Что-то делать? Да. Что делать? Родить тройню? Есть кандидаты? Ну, тройню, конечно, тяжело, но можно же одного. А двое других могут быть детьми мужа. Кстати, в завещании это не запрещено. Ну, детьми какого мужа, дядя Витя? Ну, ведь нет никакого мужа, ведь не нужна я никому. И где я найду свободного мужика с 2-3 детьми? Извините. Вы к кому? Я поднялся. И что? Ничего. Кофе не хотите? Слушайте, вы что, ненормальный? Вас кто-то звал? А вы, собственно, кто? А, вы, наверное, новый водитель Екатерины Михайловны, да? Да. А, так это вы разбили Мазератти? Нет, то есть, да. Я тут все посчитал. Если вы возьмете меня на постоянную работу, то я могу отдавать пол зарплаты, и через 23 года я закрою всю стоимость машины. А квартиру продать я не могу. Она в ипотеке, и у меня там 3 без мамы. В смысле без мамы? Я потом зайду. Стоять! Ваши пол зарплаты и ваша работа никому не нужны. Вы вор. Да. Вы вор. Вы угнали Катину машину, разбили ее, а теперь пытаетесь нагло соврать. Я сказал! Я не знаю, есть ли у вас судимости. Кстати, есть? Нет. Да. Отлично. Нет. Надо проверить. Отлично. Если нет судимости, то вам дадут условный срок учитывать 3 Кстати, сколько им лет? 11, 8 и 6 Отлично. А, кстати, что с мамой? Мама умерла при последних родах. Понял. Значит, мамы точно нет. Это тоже хорошо? Да. То есть, в смысле, плохо, конечно, но это не снимает ответственности за угон автомобиля. Совершенно. Понимаете? Могу предложить один ход. Один хороший ход. Угу. Только из-за моего добросердечия. Какой? А вот скажу. Значит, в общем, вам и Кате надо будет пожениться. Да, недолго. Ненадолго. 6-7-8 месяцев. Да. А значит, только никому об этом говорить не надо. Дядя Витя. Тем более детям. Потом я вас разведу. И угнанный автомобиль вам простится. Подождите, это получается фиктивный брак? Озвучивать это никому не надо. Для всех этот брак будет настоящий. Это исключено. Исключено? Да. Тогда вы сядете в тюрьму. Я докажу, что это был угон, и вас посадят. Действуйте. Удачи. И тебе тоже. Артур, садись. Ну что, долго думать будешь? Но это точно хорошая вещь? Я ж тебе говорю, на муже пробовала. Вещь. Результат гарантируешь?
Гарантированный результат – это баба с ребенком. С ребенком? Хотя, подожди, она же может... Это Мегера точно может. Вот гадина. Единственный шанс спасти компанию от разорения этим мерзавцем Максом – это Кате выйти замуж за мужчину, у которого трое детей. Вы спасете компанию, вы спасете Катю. Мы решим все ваши проблемы. Главное – дети, конечно же, дети. Вы обеспечите им прекрасное будущее. Вы дадите им блестящее образование. Вот только детям нельзя ничего говорить. Боже упаси. Вы закончили? Меня, наверное, тоже надо было спросить, Виктор Павлович. Спросить о чем? Катя, у нас нет выбора. Выбор есть всегда. Какой? А, отдать все этому козлу Максу, да? Да он пустит все по миру до нитки. Да еще Машку бросит с двумя, а может быть, с тремя детьми. Здравствуйте. А Екатерина Михайловна занята. А что это происходит? Я не знаю, но не знаю. Как не знаешь, ты секретарь. Ты должна все знать. У нее в кабинете... Ну вот, уже началось. Люди у нее, юристы известные. Ну так что происходит? Ты знаешь или нет? Под вашу ответственность, Виктор Павлович. И у меня одно условие. Я должен съездить к дедушке. Отлично. Мы за это время подготовим договор. Прекрасно. Еще раз здравствуйте. Еще раз до свидания. В общем так, родная, я тебя предупреждаю официально. Если вдруг в течение ближайшего месяца у тебя появится внезапно муж с тремя детьми, то мои юристы очень быстро докажут, что это фиктивный брак. Ты поняла? Максик, знакомься, это Артур, мой жених. Мы начали встречаться до оглашения завещания и скоро собираемся пожениться. Кстати, у него трое детей. И, кстати, таблетки ему не понадобились. Какие трое детей? Это простой водитель. Он тебе дверь открывает. Вот в чем его работа. В общем, все это фикция. Это фикция. Это не фикция. Если ты заметил, он привез меня на своем автомобиле. И, кстати, мы настолько близки, что вместе едем к его дедушке. К дедушке. В Армению. К дедушке в Армению. Съел? Ну, это мы еще посмотрим. Главное, не пожалейте. Не волнуйся, никуда я не поеду. Встаем, девочки, встаем. Сергей! Привет! Ситуация усложнилась. За нами следят, улыбайтесь. Что? Дети, ждите здесь. Ой, детки, привет. Ой, ой, ой. А это кто еще? А я не знаю. Макс нанял людей, чтобы нас фотографировали. Мы так не договаривались. Я знаю, но если ты мне сейчас не подыграешь, нас рассекретят. Виктор Павлович сказал, надо лететь вместе. А пока улыбайся. Что? Улыбайся. Вон стоит моя машина, мы на ней пойдем вместе. Вы понимаете, куда вы летите, нет? У меня там семья. Если б знали, какая семья. Я все продумала. Ты скажешь, что я твоя начальница, что я всегда хотела посмотреть Армению. Узнала, что вы едете, и навязалась.
Гарантирую, дети ничего не поймут. Послушайте, вы никуда не летите. В аэропорту мы расстанемся. Какая тачка крутая. Надо потерпеть 3 дня. 3 дня, и у нас будет мощное алиби. И еще. Я выкупила закладную на вашу квартиру. Да. Так что, если мы летим вместе, ипотеки у вас больше нет. Что? Будь благоразумен. Хорошо? Улыбайся. Пристегнитесь. Почему нельзя было всем взять бизнес-класс, а? Нас эконом полностью устраивает. Что я им скажу? Кому им? Родителям, детям. Господи, вы же взрослый человек. Летите с кем хотите. Все не так просто. Да все просто. Сразу из аэропорта я пойду в гостиницу. И встретимся через 2 дня. Здравствуйте. Ну что, ты их заснял? Ну, заснял. Что значит, ну, заснял? Ну и что там? Ну, как что? Что? Баба с мужиком, с 3 детьми, нормально так, как семья. Теперь послушай меня. Я тебе еще раз объясняю. Это не семья. Не семья. Ты меня понял? Понял. В общем, идиот, я тебе за что деньги плачу? Делай, что хочешь. Хоть землю носом рой. Но добудь мне любую информацию. Понял? Все. Жертва голубого экрана. Ой, приехали, приехали, отлетай! Туда, 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 туда! Бегом, бегом, бегом! Давай, 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 давай! Девушка, давай! Тетя Армина, я так соскучилась! Как мы долго тебя ждали, какое счастье! Идешь там или нет? Господи, чего ж ты так орешь-то? Иду, иду! Эй, алло, я не понял. Ты что там? Ты что, напугался, что ли? Мама, а что с дедом? Вашего приезда стол накрыли. Он сказал, что анализы плохие. А, у тебя тоже бы плохие анализы были, если бы ты с вечера 10 кусков пахлавы съел. Неужели обманул? Успокойся. Коллекторная проводите без меня. Самое главное, что вы приехали. 3 дня. Притормози чуть-чуть. Армине. Артур, а что это за девушка с тобой? А это девушка с папиной работы. С работы? Ага. Да, папа сказал, что она очень хочет прилететь в Армению. А, понятно. Элен, мама Артура. Катя. Армине. Моя дочь, сестра Артура. Она не любовница папы. А-а-а. Эмилия. Катя, вы... Первый раз в Армении? Да. А вас кто-нибудь встречает? Вы не волнуйтесь, я на такси и сразу в гостиницу. Остановитесь у нас в доме. У нас дом большой. Если не понравится, то поедете в гостиницу. Нет, это... Армине, помоги, пожалуйста. Мама, удобнее будет, если она сразу... А у нас что, в доме мало удобств? Помоги девушке и не спорь с матерью. Давай, давай. А что я могу сделать?
Катрин, можно я так буду вас называть? Да, конечно, пожалуйста. А вы тоже занимаетесь автомобильным спортом? Спортом? Дети сказали, что вы работаете вместе с Артуром. А он ведь у нас инструктор по ралли. Пока гонщиком стал, 12 машин разбил. 13? Что? Я говорю, я с другой работы. Мама, я в свободное время подрабатываю временным водителем. И мы с Екатериной, то есть с Катей, там познакомились. А почему вы одна приехали? А я люблю путешествовать одна. У нас гостеприимный город. Я уже долго живу здесь и чувствую себя лучше, чем в моем родном Париже. Мама у меня француженка, так что... Дедушка! Смотри, кто пришел! Артур! Здравствуйте! Здравствуйте! Я Катя. Катя, очень красивое у тебя имя. Спасибо. А кем ты приходишься, Артур? Я... Девушка его? Катрин, excusez-moi. Ничего страшного. У нас дедушка слишком прямолинейный. Перестань. Ну-ка, иди сюда. Здоровайтесь. Хорошо. Ай, как я скучал, как я ждал вас, мои дорогие, мои любимые. Как вы живете? Дед, а? Дедушка, а домой кто из нас красивее? О, вы удивительно красивые. Но тебе я скажу, ты самая красивая. Дедушка, Диана? Знаешь, кажется, у папы служебный роман. Да ты что, точно? Ой, на все 100. На все 100? Ты еще не видел, как они ругаются. Правда? Ну, сама-то служебный роман. У папы просто работа. Только никому об этом не... Ни в коем случае. Все, пойдем, пойдем. Дома посмотрим, как мы будем жить. Ты не говорил, что богат. Это не мое богатство, отца. Я привык всего добиваться сам. Что за... Старая песня всех гордецов. Катрин, проходите в дом. Спасибо большое. А, смотри, вот, вот даже этот шашлык, это сделал я. А вот нет, реально. Ты мой дед? А почему я тебя раньше не видел? Сережа! Иду! Вызови мне такси, я пойду в гостиницу. Здесь слишком много вопросов. Слишком поздно. Что значит поздно? Что значит поздно? Я же не знала, что здесь будет столько людей. И все задают мне один и тот же вопрос. А что ты хотела? Хорошо, начали. А? Сама влезла в эту поездку, сама меня заставила. Поверь, я тоже не знаю. Я? Да. Ребята, давайте за стол. Заодно расскажете, как познакомились. Давайте. Армине, помоги маме, пожалуйста. Слушай, ты мне не указывай. Вон у меня муж есть. Армине. Аджан. Подай мне гитару и не задавай лишних вопросов. Все равно скоро все узнаем. Дорогие вы мои, как мне вас не хватало! Идите к столу, Катрин. Посмотрите, какую мы рыбку красивую поймали, да, а? С удовольствием. Слушай, ты прекрасно придумал. Ну, что давай ты? Мою любимую. Какой красивый да. Стол. Ой, спасибо, дорогой. Тогда вам надо рыбку обязательно попробовать. Вы меня простите? Такой, Катрин, вы точно не... Здравствуйте. Хорошо, спасибо. А, Диана Тимирна. Здравствуйте. Это мой сын Рубен. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Артура. Артура. Да. Очень приятно. А это Катя наша. Подруга наша Катя. Здравствуйте, Катя. Катя. Мы любим Катю. Очень приятно. Катя, очень приятно. Садитесь. Скажи, Катечка, а кем ты у нас работаешь? Я работаю в финансовой корпорации. ЛСМС? Там, где Артур работает, да? Ну, можно и так сказать. Да. И что, давно? А, я работаю давно, потому что я президент этой компании. Ой, молодец. А Артур работает у меня. СМС? И давно? Недавно. Но, кажется, он сделает хорошую карьеру. Ты знаешь, Артур замечательный мальчик. Замечательный. Да.
Дорогая, встань, я присяду. Ответственный. Спасибо. Ответственный. Очень ответственный. Это точно. А то шашлык остынет. Сейчас приду. Ты не знаешь эту игру? Ой, спасибо большое. Нет, больше не надо. Пусть поговорит. Ой, овощи. Ну, здравствуй, сын. Просто извините. Спасибо, пожалуйста. Как ты? Да. Не успели. Хорошо. А дальше еще лучше будет. Ну, конечно, дальше будет еще лучше. Твоя начальница говорит о твоем быстром карьерном росте. Она что, всем об этом говорит, да? Артур, не надо. Зачем ты это сказал? От этой встречи я мог ожидать чего угодно. Я думал, что за эти годы ты немножко поумнеешь. Но я вижу, что женщины остались твоей проблемой. А теперь ты докатился до того, что таскаешь неизвестно в какой роли за собой свою начальницу. И это все на виду своих детей. Катя, хоть и моя начальница, но находится здесь во вполне конкретной роли. Она моя невеста, и мы скоро поженимся. Как? Без моего одобрения? Без согласия семьи? Все так же, как в первый раз. Чтобы получить твое согласие, тебя хоть иногда нужно видеть. Лучше всех готовила моя бабушка, правда? Очень вкусно. А это испекла мама. Попробуй. Ну что ж, Катенька, может вы... Рубен, остановись. Скажете нам о своих секретах? А может, ты сам скажешь, сынок? Я хотел попозже сказать, но скажу сейчас. Мы с Екатериной решили пожениться. Наконец! А я знал, наконец! Да, папа у нас гонщик. Он быстро принимает решения. Дети мои! О, гонщик, гонщик! За вас. За ваш союз. Надеюсь, что это принесет счастье всем вам, но прежде всего твоим детям, Артур. Им нужна мама. Очень нужна. И ты нашел ее в лице этой прекрасной женщины. За вас. Давайте, давайте, ребята! Поздравляем! Ура, ура, ура! Пап, тебе помочь? Да, подталкивай. Пап, а как же мама? Ребята, помните, я вам рассказывал историю? Что у нас здесь находится? Сердце. Нет, я помню, домик. Да, правильно, домик. А кто там живет? Мама. Всегда можем услышать и увидеть ее в домике, так? Так. И она будет нашим ангелом-хранителем. А мы иногда должны там наводить порядок. Ведь мама так не любит беспорядок. Она была такая красивая.
как я. Да, моя хорошая. Как ты? Почему ты не сказал мне? Не успел. Ты уверен, что она будет хорошей мамой? Спокойной ночи, все. Нам всем надо спать. Давай, моя хорошая. Давай, давай, давай. Екатерина Михайловна, доброе утро. У вас все в порядке? У меня все по плану. Как дела у нас? Готов брачный договор. Куда его отправить? Присылай мне его на почту, я сама все распечатаю и подпишу. Хорошо, через пару минут сделаю. Что у нас там происходит? Итальянцы очень обиделись. Ничего. Время все лечит. Увлекайся, а то анализы плохими будут. Смотри, чтобы у тебя анализы не испортились. Дети, круассанчики мои, идите к столу. Армине. Да, мама. Бон аппетит. Бон аппетит. Чувствую отрицательную энергию. Доброе утро. Доброе. Потерпи немножко, пожалуйста, у меня дед болен. Одевайся. Я не собираюсь менять свой режим ни за кого. Хотя бы на 3 дня. Потерпи. Наконец-то Артур нашел свое счастье. Не нравится мне все это. Только попробуй опять все испортить. Наш сын вернулся домой спустя 12 лет. Ты можешь его не воспитывать, а просто любить. Катрин, bon matin. Доброе утро. Доброе утро. Кать, собирайся, мы идем на праздник. А, хорошо. Ну что, счастье мое, бездельничаем, пока Мегеры нет. Вы что-то хотели? Хотел, хотел, радость моя. Короче, у меня Машка шофера решила поменять. Вопрос следующий. Где Мегера взяла своего водителя? Ну, вы понимаете, это корпоративная этика, и я не могу рассказать. Зря. На твоем месте я бы сказал. Потому что, когда я здесь стану начальником, рассказывать уже будет поздно. Но ты подумай. Счастье мое, подумай.
А что так много красной мебели? Надо бы ее отсюда выбросить. И хорошо бы небольшой косметический ремонтик подновить. Я тут написала адрес. Надеюсь, вам поможет. Поможет. Молодец. Иди работай. Здрасте. О, Артур Рубинович, здравствуйте. Отец здесь? Он на совещании. А, понятно. Я в гараж за запчастями. Там есть кто-то? Да, конечно. А. Только пусть ребенок останется здесь. В гараже стены красят. Сережка, ты здесь. Подожди, я сейчас приду. Bon fête, девочки. С праздником вина. Спасибо. С праздником. Катя, а вам понравилось делать вино? Да, очень. Я не думала, что это так трудно и так весело. Элен, не хотите выбрать вино? С удовольствием. Положитесь на мой вкус. Конечно. А ты целовалась с папой? Нет. А тебе не рано задавать такие вопросы? Не рано. Да что ты? А я не скажу. Артур для них и отец, и мать. Особенно для Амелии. А что случилось с его женой? А что, он тебе не рассказывал? Ну, вообще мало что рассказывает. Она умерла 6 лет тому назад во время родов. Артур в молодости увлекся гонкой и как-то полетел в Москву на соревнования. Они там познакомились, а потом поженились. Но только Артур не спросил отца. К сожалению. После этого отец запретил нам встречаться с ним. И что? Они совсем не виделись? Нет, ни разу. Вчера они встретились впервые за 12 лет. И ты тоже? Да нет. Мама, дедушка и я летали к нему. Мы знаем, что ему очень тяжело, но он ни разу не просил о помощи. Какой он гордый. Ромаш! Хорошему вину хороший сыр. Да. Рубен Арменович. Что за игрушки? Мои роботы. Арахлес, Карпускул, Варум и Гедоний. Да, серьезные ребята. А у меня в детстве самолеты были. У отца твоего только автомобили. А у тебя синие и красные самолеты? Да. А ты откуда знаешь? У папы в машине 2 таких лежат. Там, где твоя фотография. Серег, вставай, пойдем. Ты что, торопишься? Мне надо поговорить с тобой. О чем? Не пора ли тебе вернуться домой? Дети взрослеют. Мы с твоей матерью стареем. И потом, для кого я создавал все это? Мне наследник нужен, а тебе наша помощь. Сынок, подожди в коридоре, я сейчас выйду.
ничья помощь не нужна. Я сам выращу своих детей. Видишь, какой парень растет. Думал, он будет частью твоих амбиций? Не выйдет. Он не будет игрушкой в твоих руках. Это не его случай. Что вы себе позволяете? Имею право. А вы откуда? Оттуда. Фамилию Геворкян помните? Месяц назад устраивали на работу. Ну-ка в глаза смотреть. Ой, ну как же такого забудешь? Отец троих детей, без жены. Мы его по всей Москве 3 месяца искали. Почему 3 месяца? Ну, потому что на него спецзаказ пришел. Другие от таких отказываются, а вот кто его... Кто заказал? Мужик какой-то. Адрес мужика быстро. Ой, сейчас, сейчас. Минуточку. У меня тут одна визитка есть. Сейчас, вот, 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 пожалуйста. Спасибо. А вы из каких органов? Из важных органов. Да-да, да, товарищ майор, я слушаю. Да. Сергей, иди сюда. Сергей. Как я скажу, нажмешь на газ. Потихонечку, понял? Все, иди. А что это он там делает? Пар выпускает. Пап, бабушка, у нас жми, Сергей. Сергей, ну я сказал чуть-чуть. Ну я чуть-чуть. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Нечего сказать. Мы все устали от твоего тяжелого и жесткого характера. Эй, инчкачка. Сергей, я сказал чуть-чуть, давай. Давай, газуй. Стоп, хватит, все, ну. Неужели ты сам не понимаешь, что делаешь только хуже? Ты хочешь остаться совсем один? Так это муа. Мэжина ВПА. Что случилось? Он опять что-то сказал Артуру, мальчик копошится в машине. Тихо, тихо. Я думаю, что я скоро умру. Дедушка, отец. Подожди, блин. Ну не перебивай хотя бы. К концу жизни я хочу, наконец, увидеть хотя бы одну счастливую семью. Моего сына, моего внука. А что, по-твоему, я хочу что-то другое? Сынок, мы никогда не знаем, чего хотим. И, наконец, скажу тебе, если вдруг Артур уедет из этого дома, я сам тоже уеду. Я думаю, Элен поедет со мной. Ça sera comme ça. Подсматривать нехорошо. Кто поговорил? Когда я говорю чуть-чуть. Что это значит, сынок? Они еще не целовались. Она сама мне это сказала. Ну ничего. Мы им поможем. Помоги мне, давай. Все. О, залезла. Фух. Я за папой, ты за Катей, и он ни за что не откроет окно. Побежали. Открываю, иду. Серёжа в чулане застрял, газ, помоги! Как застрял? Пошли! Совсем? Совсем! Один? Где? Там. Там. Серёжа! Серёжа, где ты? Сережа! А! Что? Что случилось? Не, что случилось? Не, не. Стой! Ничего. Я так и знал! Просто Емеля сказала, что Сережа... Что с Сережей? Что? Она сказала, что он здесь потерялся, я не знаю. Фух, господи. Ты что здесь делаешь? А? Ну ты даешь, как можно здесь теряться? Дети сказали, у тебя туалетная вода закончилась, бумага закончилась. Да? Конечно, мне же нужно... Много туалетной бумаги? Да, спасибо. Не понял. Что? Ты закрыла? Я ничего не закрывала. Дети! Ну? Девчонки! Откройте! Эй! Кто там? Эй! Это мы! Девочки! Откройте дверь! И не подумаем! Это они закрыли. Не понял. Девочки, откройте нас! Ну, хватит баловаться!
Что ты делаешь? Открой дверь быстро. Девочки, пожалуйста. Аня, я не шучу. Это не смешно. Откройте дверь быстро, я в последний раз говорю, а то я вот разобью стекло, я тебе говорю. Во-первых, ты туда не пролезешь. А во-вторых, у нас есть условия. Что? Какие еще условия, а? Вы должны поцеловаться, а то мы вас выпустим. Я вам дам целуйтесь. Выйду, уши оторву. Увидите. Дай телефон. А у меня нет. Я же торопилась ребенка спасать. Я тоже не взял. Вы успокоились? Ну тогда целуйтесь. Я вам дам целуйтесь. Что смеешься? А что, мне смешно. Что будем делать лучше, скажи, гонщик? Подождем. Когда-нибудь-то выпустят нас отсюда. Хорошо. Подождем. А что это такое? Вино? Это можно пить? Да. Хватит. Глупо влипли, да? Ты в детстве вообще сидел в чулане? Никогда. Я в основном на улице рос. А я сидела. Наказывали. Понятно. Нет. Сама пряталась. Когда родители ссорились, пряталась в чулане, зажмуривала глаза, а когда их открывала, оказывалась совершенно в другом мире. В собственном сказочном мире. Часто ругались? А твои? Нет. Что, никогда не ругались? Ну, как никогда? Ну, типа, ты все время делаешь так, чтобы мы опаздывали. Или почему ты одел эту дурацкую рубашку? Тогда я не понимаю. Как же отец выгнал тебя из дома? Я сам уехал. Это другой вопрос. Воспитательный. Не сильно ты его осуждаешь. Получается, своего сына ты бы тоже мог выгнать из дома? Вы же поцеловались? Я вам дам поцеловались! Да. Может, обмануть их? В смысле? В смысле сказать, что поцеловались? Я детям не вру. А, вот он, секрет армянского воспитания. Значит, выгнать ребенка из дома можно, а соврать ему нельзя. Слушай, хватит. Эй, кто там? Ау, Армине? А, Артур? Дверь что открой. Случилось? Ладно, я сейчас папу позову. Пап! Папа! Артур и Катя заперты в чулане. Мам! 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 Помогите! Они там застряли. Как застряли? Ну, не знаю. Застряли в чулане? Что ты говоришь? Артур, Катрин! У вас все в порядке? Мама, дети заперли нас. Ну все, выходите. Дети-разбойницы. Мои круассанчики! А ну-ка, иди сюда. Артур, Артур. Мы все хотели с вами поговорить. Мы хотели сказать ну что тебе... ты мямлишь? Может быть, мне недолго осталось жить? Нет, дед, ну, дед, что ты? Надо идти в церковь и пожениться, и все. Ну, мы как-то не планировали. А вы только скажите «да», и мы сами вот, все спланируем. Вот, и все. Вы только скажите «да». Да, скажи «да». Ну вот скажи, пожалуйста. Ну, вы можете сделать для меня последний праздник. Для меня. Я умоляю вас. Пожалуйста. Пожалуйста, мои золотые. Но, ну, наверное... скажи «да». Да. Все! И сказал «да». Сказал «да». Je suis très très content. У нас будет свадьба. Артур, Катрин, все. Все, поехали. Поехали. Пошли, пошли. Какую свадьбу сыграем? Это конец. Я помогу с платьем.
Нужно всех срочно обзвонить. Да. Завтра поедем за платье. Ну, молодец. Супер, я тебя обожаю. Артур, лови их! Стоять! Чур, маленькая моя! Катенька, ты не спишь? Нет, дядя Витя, собираюсь. Что-то случилось? К тебе можно? Просто захотел услышать твой голосок и узнать, что все в порядке. Эмилия, кстати, Макс и Маша решили обратиться к Мели, чтобы провести искусственное оплодотворение. Нет. Эта сволочь хочет быть уверенным, что они точно родят ребенка через 9 месяцев. Да. Тихо, девочка. А что за шум? Хоп-хоп-хоп, Ахчиджан. Это ты мне? Я ничего не слышу. Нет, дядя Витя, это не вам. Все равно я нет. Я все поняла. Все поняла? Все поняла. Ну тогда спокойной ночи. Да, доброй ночи. Я по делу. Ну? И я по делу. Я буду у нее ночевать. Так, стоп. Какое у вас дело? Скажи, что ты любишь на завтрак? Я люблю апельсиновый сок без мякоти, угу. Обезжиренный йогурт, низкокалорийный творог, джем без сахара, могу есть листья салата, угу. Огурцы, очищенные от корочки. Так, а теперь стоп. Стоп. А яичницу с помидорами ты любишь? А зачем вам это? Мы тебе завтрак сделаем. Ты же не место. Не место, а невеста. Mm-hmm. Ну, я говорю, не место. Все равно ты скоро станешь нашей мамой. Ага, ага, ага невеста. Ага, ага, невеста. Ага, ага, невеста. Эй, вы дуры! Вы что, не врубились? Она не наша мама. Она жена нашего папы. Сережа. Я пошел спать. Ну и иди. Ничего, он тебя полюбит. Мальчишки все ревнуют. L'éducation sentimentale. Mm? Бабушкина книга. Суперская. Mm. Ты такая умная. Merci. Слушайте, а что любит ваш папа? Он все любит. Mm. Все-все? Все-все. L'éducation sentimentale. Ты тоже по делу? Не понял. Мои хорошие. Может, не надо? Ну, хорошо. Иди ко мне. Хорошо. Иди ко мне. Иди. Осторожно. Я помогу. Помогу. Спасибо. Тихо. Отец, если узнает все, а про деда и думать не хочу. Слушай, если мы в воскресенье идем в церковь, надо завтра распечатать договор. Где это можно сделать? У отца в кабинете есть принтер. Попробуем. Правда вкусно? Очень.
А ну-ка быстро одеваться. Доброе утро. Мтек. Извиняюсь. Ничего. Ну что, пойдем печатать договор? Завтракать будешь? Нет, я уже позавтракал. У меня такого утра уже лет 20 не было. С тех пор, как мама умерла. А ты не рассказывала, что случилось? Авиакатастрофа. Знаешь, я тоже думала, что живу ради семьи. Ради отца и сестры. А он при написании завещания обо мне, оказывается, даже не вспомнил. Сестра вообще свихнулась от любви к мужу. Я в клубе была 3 раза. Теперь все. Жизнь пролетела. Не слишком пессимистично. Ладно. К черту меланхолию, пошли печатать договор. Жду. Нет, уважаемый адвокат. Мы с тобой по-другому разберемся. Спокойно. Здесь все такое старое. Да. Папа не сторонник прогресса. Это твоя бабушка? Да. Красивая. Моя французская бабушка. По маминой линии. Сначала надо будет внимательно почитать. Я тебе доверяю. Нет. Обязательно нужно внимательно прочесть, а потом подпишешь. Виктор Павлович наверняка оставил там много неудобных тебе пунктов. Ты же не будешь все это использовать против меня? Нет. Тогда к чему терять время? Мама и Армине ждут тебя в салоне. Будут тебе платье подбирать. Теперь сидит идеально. Que tu es belle, Катрин. Катя, это самое лучшее платье в нашей коллекции. Не хватает только одной детали. Подожди, подожди. Доченька, écoute moi, s'il te plaît. У моей мамы был похожий кулон. Она передала мне его по наследству. Когда-то, 20 лет назад, я продала его в самый трудный момент для семьи и ни капельки об этом не жалею. Сейчас у меня появилась возможность возобновить эту традицию. Я надеюсь, что это украшение свяжет нас как женщин этой семьи. Можно я сама тебе надену? Все в порядке. А, у тебя самая красивая невеста в мире, сынок. Ну все, развлекай свою любимую, а мы поехали. Кать, не забудь, да. У нас сегодня девичник. Все в порядке. Отвези меня домой, пожалуйста. Что-то случилось? Что ты молчишь? Да мне стыдно. Стыдно. Ты что, не понимаешь, что они искренне во все это верили? Как ты мог? Как ты мог до этого додуматься? Я?
Почему это ты вдруг заговорила таким обвинительным тоном? Как-то ты не выступала перед адвокатом, когда он угрожал мне домом, работой, разбитой машиной и даже тюрьмой. Да я не знала, что так все закончится. Я думала, что мы просто пойдем в ЗАГС. Не будет никаких родителей, никакой семьи, никаких детей. Аккуратнее, это мои дети. Да, дети у тебя отличные. И мама. Мама просто, просто супер. И дедушка, и даже отец. А вот ты, как ты мог додуматься их обмануть? Я? Додуматься? Слушай, ты ненормальная. Это ты ворвалась в мой дом и в мою жизнь. Ты что? Ты просто не понимаешь, что ты все это можешь потерять. Все то, чего у меня нет уже 20 лет. 20 лет у меня нет семьи. Ты все это можешь потерять. Да, могу. Могу, потому что какая-то дура заставила меня ради какого-то завещания лгать моей семье и моим детям. А теперь рыдает, пытаясь пробудить опять во мне жалость. Я в этом больше не участвую. Ага. Я звоню адвокату. Это я звоню адвокату. Ага. Звони. Останови машину, я выйду. Останови машину. Это тебе тебя нечего. Кроме ты что, не слышишь? Несчастных миллионов. Да, точно. Дядя Витя, берите билет, я улетаю. Что случилось? А я могу все потерять. Все. Он не подписал договор? Мне жалкие миллионы, и все. Подписал. Хочет что-то еще? А я, если они узнают, я их всех потеряю. Нет, он ничего не хочет. Вы просто тогда в чем дело? Что добра, здесь происходит? Доведи свою что роль до конца, а потом мы найдем повод развести. Это сумасшедший. Слушай, он мне звонит на параллельный. Алло. Алло, Артур, это ты? Да, Виктор Павлович. Это я. Завтра у нас свадьба. Какая свадьба? Нам не нужна свадьба. Свадьба состоится. Надо просто пойти в ЗАГС. Свадьба будет. Это мое слово и мое решение. Я на эту свадьбу не пойду. Все. Пойдешь. Останови. Еще как миленькая пойдешь. Эй! Тихо, 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 тихо. Не двигайся. Все хорошо. Черт. Все нормально? Смотри на меня. Да. Глупая. Можешь встать? Угу. Ой, сюда. Нога. Черт. Ой, не надо, Артур, я сам. Что случилось? Ничего, все в порядке. Я все знаю. Как ты посмел читать это? Как я посмел? Этот документ остался у меня в принтере. Из-за чего? Из-за денег. Из-за этой паршивой машины? Я бы дал тебе все это. Все! Свадьбы не будет. Ты ошибаешься. Ты опять ошибаешься. Мы с Катей любим друг друга. А это всего лишь требование ее адвоката, и все. И свадьба будет. Не будет свадьбы. Не тебе мне указывать. Что? Ничего. Думаю, что стоило согласиться с отцом и отменить свадьбу. Ты уверен в том, что ты делаешь? Я ни в чем больше не уверен. Все. Отступать уже поздно. А где твой папа? У вас все в порядке? Да. А что это с ногой? Ничего. Почти не болит. Зализывай раны. Завтра придется много танцевать. А сейчас пока заберу твоего жениха. Ладно? Угу. Идем. Конечно. Пей воду. Пей, пей. Ну, хорошая вода. Вода как вода. Нет, нет. Нет. Такой воды больше нет. Потому что это твоя вода.
Пусть Бог поможет нам, чтоб ты понял, как ты нам нужен. Идем. Ярко я закрываю веки, не помогает. Я кладу ладони на лицо. Жарко, я не могу напиться, мне не хватает. Я не могу проститься ни на миг. Перепутанные взгляды наши, ничего я не хочу менять. Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее, около тебя я понимаю, что счастье. Что мы будем делать? Не знаю. Кажется, это все не со мной происходит. Я всегда своим детям говорю, чтобы они помнили про домик в сердце. Там все наши воспоминания. Просто надо там иногда навести порядок. И все сразу станет легче. Красиво. Правда? Спасибо. Катя. Что? Да ничего. Ты машину зачем разбил? По глупости. Пиджак дашь? А, да. Ты отцу сегодня сказал, что мы любим друг друга, а до этого говорил, что не врешь. Я говорил, что не вру детям. А, точно. Да, как я забыла. Смотри, сколько звезд. Да, в Москве их нет. Есть, просто у тебя времени мало, чтобы их замечать. Нет, просто в Москве меня даже звезды раздражают. А ты всех остальных раздражаешь. Да что ты. Да, я же успел у тебя поработать. Интересно. А хочешь знать, как называют тебя твои сотрудники? Скажи, пожалуйста. Мигера Михайловна. Сволочи. Не то слово. Завтра в церкви должны Катька, ну как ты? Машуня, привет. Хорошо все? А чего трубку не берешь? А я гуляла. Слушай, мне тут Макс сказал, что ты завтра выходишь замуж за водителя. Это правда? Да. Выхожу. Скажи честно, это из-за завещания или ты действительно любишь его? Если из-за денег, то не стоит, правда?
Мне будет очень плохо. Я лучше сама откажусь, хоть меня Макс и убьет потом. Знаешь, мы сейчас поцелуй репетировали. Он так целуется. А ты, кажется, счастлива, сестренка. Только учти. Макс там что-то раскопал. Так что будь осторожна, хорошо? Хорошо, целую. Чао. Катя. Какая же ты красивая. Катька, ты счастлива? Знаешь? Хорошо. Так. Спокойно как-то. Только страшно. Это и есть счастье. Слушай, ну все. А то сейчас расплачусь, как дурочка. Держи. Спасибо. Все. Мне нужно там поторопить всех. В общем, так, никакой свадьбы не будет. Я все выяснил. Я докажу, что адвокат нарушил тайну завещания. Он нарушил все законы, какие есть. И что? И вступил в сговор. Макс, я... Так это получается заговор, да? Тогда я доведу дело до суда. Я уже знаю, что адвокат специально нанял этого водителя, чтобы он на тебе женился. Все? Конец связи, не мешай мне. Я все сделал по вашему плану. Ну что ж еще, Виктор Павлович? Я поступил на работу, я разбил эту машину. Я согласился на эту дурацкую поездку. Я согласился на эту дурацкую свадьбу. Дурацкую свадьбу. Я больше не могу ее обманывать. И расскажу все перед всей семьей. И будь что будет. Вам ясно? А, собственно, что случилось? Случилось то, что вы не смогли рассчитать. Я ее полюбил. Пап? Послушай, сынок. Ты любишь моего папу? Только не обманывай меня. Мама меня никогда не обманывала. Поможешь мне? Поставьте подальше от детей. А где наша красавица? Ну, здесь, Армине пошла за ней. Отлично выглядишь, Артур. Сынок, тебе иди ко мне. Все хорошо. Ой, я так ждала этой минуты. Ты такой красивый. Ребята, это в машину, в машину. Все готово, все готово. Встречаем невесту. Мам. Кати нет. Qu'est-ce que tu dis? Ее нигде нет. Нет, Je ne comprends pas. А где твой отец? В доме. Нет, нет, не снимай, пусть останется, хорошая. Что случилось, Артур?
Что это значит? Артур, говори. А ему нечего тебе сказать. Это был брак по расчету. Просто под конец у девушки совесть проснулась. Это правда? Ее адвокат нанял меня, чтобы я в течение 3 недель поработал ее водителем. Заплатил деньги, а потом аккуратно убедил поучаствовать в гонках, где я разбил ее машину. И в нужный момент вызвал в кабинет, где только что сообщили о завещании и о том, что ей нужен муж с 3 детьми. Я потом понял, что все это спланировано и должен был все ей рассказать. Подготовьте документы по отказу от завещания в пользу Маши. Своему Артуру, я надеюсь, вы заплатите сами. Он очень аккуратно и правильно выполнил свою работу. Так ты уже все знаешь. Пойми, я не мог тебе сказать напрямую. Просто я сделал так, что Артур оказался в нужное время в нужном месте. Это меня больше не интересует. Я надеюсь, мы никогда с вами не увидимся. Катя, ну пойми, я же хотел как... Катя, я же хотел... Короче, я опять ошибся. Дед? Дед, тебе плохо? Деду плохо! Ничего. Воды, быстро! Воды, в Лиду! Дедушка, воды! Скорую вызови! Вызови! Не надо, не надо. Подожди, подожди. Ночью ко мне приходил отец и просил меня остановить свадьбу. Он хотел мне что-то рассказать. Я запретил ему это делать. Своим старым умом, старым сердцем чувствую. Если бы любви не было, Катя не убежала. Скажи мне честно, Катя нужна тебе? Дед, дед! Дедушка! Дед! Деда! Подожди, тогда зачем ты здесь стоишь? Беги за ней, беги! Давай! Ярко я закрываю веки, не помогает, я кладу ладони на лицо. Жарко, я не могу напиться, мне не хватает, я не могу проститься ни на миг. Перепутан. Самолет в Москву улетел? Да, улетел. Проверьте, пожалуйста, на борту была Екатерина Орлова. Я не хочу. Да, имя есть в списке. Я обзвонила всех подруг и даже деловых партнеров. Артур, в тот вечер, перед днем вашей свадьбы, я звонила Кате. По-моему, она была счастлива. Мне жаль. О чем он с тобой говорил? Хотя это не важно. Я тебя поздравляю. Эта дура все подписала. Это дура, Макс. Моя сестра. Да. И звонил профессор. Вероятность моей беременности, Макс, 90%. Умница моя. Я тебя поздравляю. 90% это хорошо. И вот, кстати, и ребенок-то нам практически уже и не нужен. Он мне нужен. Это мой ребенок. Можешь собирать свои вещи и уходить отсюда. Ну зачем ты так? А как же наши деньги? В смысле, дети? Маш. Пошел к черту. Ну, Маш. Ну, дети с сиротами останутся. Как же они без меня будут жить-то? Маша. 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 Вот ваши деньги. Да подавитесь вы вашими деньгами. Вы не понимаете, что вы перечеркнули нам всю жизнь? Этого вы понять не можете.
Как мне ее найти? Молодой человек, вы что, действительно полюбили ее? Она заблокировала все кредитки, телефоны, почту. Я думаю, она хочет убежать, скрыться от всех. И я догадываюсь, куда. Самолет их компании летит в Индию. Именно там погибла Катина мать. Когда самолет приземлится в Дели, мы можем ее потерять. Самолет должен сделать еще одну дозаправку, но кто прикажет летчикам? Они подчиняются только ей. Отец, мне нужна твоя помощь. Борт 547, посадку разрешаю. Успей. Хорошо. Екатерина Михайловна, мы сели на дозаправку. Что? Где? Мы в Ереване. Где? Сережка сказал купить цветы. Ты? Здесь? Причем тут Сережка? Ты не впутывай сюда детей! Ты вообще как здесь оказался? Это что? Да. Это захват самолета? Катя, это частная территория! Послушай, где пилот? Взлетайте, Катя, сейчас же! Я требую посла. Ну, тебе это так не пройдет. Послушай, ты самый меня, пожалуйста. Подлый, самый гадкий человек в моей жизни. Спасибо. Так и знай это. Ты зачем меня тогда целовал, а? Да, чтобы я думала о тебе. Я не думала о тебе. Помни об этом. Всегда. Я сначала поверила, что со мной чудо случилось. Послушай. Но ты не чудо. Ты чудовище. Успокойся, я думала, что пожалуйста. У тебя такая семья, такие дети. Я смогу... Я тебя люблю. И всегда буду любить. Слушай. Кес? Кес? Сиромен. Спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Браво! Браво! Ariet,
Ще сирте шутов камари. Ты чесир та шутовка мари. Это